Ведь Иисус от Бога, значит, всемогущий. И если умер на кресте, значит, и предопределено это было. И распятие, и смерть его – дело руцы Божьей. И должно было вызвать ненависть не у тех, кто распял его, а у тех, кто его любил, ежели бы они окружили его в минуту. Ибо любили они его человеком, а он сам по своей воле покинул, показав несправедливость или даже жестокость. Может быть, тот, кто распинал, любил его, потому что подсобили в деле Богу угодно.